Мы находимся на Красногорском бульваре, дом 10, в Павшинской пойме. Сегодня проводятся работы по восстановлению остекления в пострадавших квартирах после падения БПЛА. В первую очередь, благодаря оперативному вмешательству главы городского округа Дмитрия Владимировича Волкова, была организована работа по установлению фактов повреждения имущества вследствие падения БПЛА. В кратчайшие сроки начата работа по восстановлению кровельного покрытия, кровли. Силами УК локализованы и установлены места повреждения. Всего пострадала 21 квартира. В 11 из них будет производиться замена и восстановление стеклопакетов. В остальных мелкий ремонт фурнитуры и ее регулировка. Сразу после падения БПЛА управляющая компания в лице генерального директора Дениса Сергеевича Бутенко организовала оперативную работу по предупреждению последствий попадания воды и иных последствий в квартиры пострадавшие. Восстановительные работы производятся силами подрядной организации с привлечением управляющей компании «Сферы» при поддержке администрации городского округа Красногорска.